24 августа Тверь станет участником всероссийской акции «Ночь кино». Жители города смогут посмотреть фильмы в кинотеатре под открытым небом в городском саду. Стартует «Ночь кино» в 20:30 с приветственного слова директора Тверь Госфильмофонда. Далее киновикторина, а уже с 9 часов вечера до 2 часов ночи пройдет показ фильмов. Вход свободный. Программа из отечественных фильмов была сформирована по выбору самих зрителей. Лидером народного голосования стал российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», набравший более 8 тысяч голосов. Второе и третье места заняли популярные российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедрева и «Полицейские с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Всего в списке было 26 работ.